Я представляю вам комментатора Матч ТВ Романа Скворцова. А я представляю вам заместителя генерального директора Единой Лиги, трехкратную чемпионку Европы и просто красавицу Илону Корстин. Мы на матче Химки-ЦСКА. Главное дерби отечественного баскетбола. Ну и одними из главных героев этого противостояния, несомненно, будут тренеры команд Римас Куртинайтис и Димитрис Итудис. Это отличные специалисты, это очень эмоциональные тренеры, и наблюдать за их действиями во время матча будет одно удовольствие. Вперед, зритель, вперед, и мы тебе все покажем. За принятое решение и сохранил мяч в распоряжении подмосковной команды. А здесь сербский арбитр Римасу Куртинайтису уже прямо лечит добрым словом. И Димитрис Итудис тоже спрашивает, почему так произошло. Он просит объяснить арбитру, что за непонятный свисток.